Sì, grazie a tutti che siete qua. Voglio fare i complimenti a Orenburg per una partita bella, tosta, molto concreta, molto diretta, dove noi non siamo riusciti a rispondere alla aggressività, alla velocità. Ci hanno sorpreso sulle palle lunghe dietro la difesa e non siamo riusciti a reagire, ma quando dico le scelte le faccio io, li rifarei perché ci credevo in una partita diversa. È stato difficile, è difficile quando perdi, ma c'è tanto spazio per migliorare e non sono questi ragazzi di Spartak, sono molto molto meglio e ci credo e c'è tanto da lavorare. Спасибо большое всем, кто пришел, кто здесь присутствует. И хочу поздравить Оренбург за хороший, классный футбол, который сегодня команда показала. Это был прямой, конкретный совершенно футбол. К сожалению, мы не нашли ответа на ту агрессивность, на ту скорость, которую показал сегодня соперник. Да, они в какой-то мере удивили эти длинные забросы за спину защитникам. К сожалению, мы не нашли ответа в этой игре. Естественно, выбор делаю только я. Не просто проигрывать, но тем не менее у нас, на мой взгляд, есть много пространства для того, чтобы улучшать, и нам есть куда расти. И я верю, что мы обязательно это сделаем, потому что сегодня это были не те ребята, которых я знаю. Вопросы? Роман, пожалуйста. Чёрт. Роман Романов, ну, первым пинком, как говорят в России, все тоже рождения, которые есть, да? Ну, вот показалось, что в первом тайме были проблемы, что постоянно забросы за спину. Высоко линию обороны держали, получали за спину. Почему? Да? А во втором тайме большие разрывы между линиями. Защиты, полузащиты. Тоже. Ну, почему? Первичный ваш анализ. Интересно. Sì, è stato così, come dicevo, siamo stati sorpresi da tante palle lunghe lanciate in vuoto con tanta velocità di attaccanti dell'Orenburg. È quello che ci ha messo in difficoltà, è quello. Dopo il secondo tempo, un po' meglio, abbiamo levato la profondità un po' meglio, abbiamo creato, anche il primo tempo potevamo segnare su 0-0, sul risultato di 0-0 potevamo segnare, forse sarebbe stata la partita diversa, ma questo è solo forse. Secondo tempo, sì, il gol che si potevano evitare, ma sono capitati e come diceva lei, la giornata storta è giornata storta, lo accettiamo, abbassiamo la testa e andiamo a lavorare. Si esce solo con determinazione e un grande sacrificio e lavoro. Ну, как я уже сказал, действительно, эти длинные забросы в первом тайме, вот свободные зоны, они нас удивили, на футболистов, на быстрых футболистов, которые есть в составе Оренбурга. Конечно, мы во многих эпизодах могли сыграть лучше. Во втором тайме тоже было лучше, мы уже не давали столько пространства сопернику. В принципе, у нас тоже были моменты при счете 0-0 в первом тайме, мы могли забить, и, возможно, матч мог сложиться совершенно иначе, случись это, но это все может быть. В целом, во втором тайме матч был другой, и голы, те, которые мы пропустили, их тоже можно было избежать, но случилось то, как случилось. Сегодня, что называется, не наш день, мы должны это принять, и мы принимаем это и продолжаем идти вперед, потому что выйти из этого можно только за счет решительности, за счет самопожертвования и работы. Еще вопрос. Прививаете новую игру Спартаку, это то, что до этого мы не видели, это и интенсивный индивидуальный прессинг, вот как я заметил, и в центре поля гибкость в том плане, что там нету четких позиций, там левая восьмерка может оказаться ниже, правая может оказаться выше. Перемещение. Готова ли команда играть в тот футбол? Да, достаточно вот на сегодняшний момент, конкретно на сегодняшний матч, был подбор игроков для того, чтобы играть в этот футбол. Ну, непростой, как бы, футбол. Новый для команды.
E ogni processo quando si inizia è difficile e duro da accettare, ma io non mollerò, cioè, lo so che può funzionare, lo so certamente che può funzionare. In fase difensiva sì, si può ruotare un pochettino, si può ruotare, si possono accettare le posizioni diverse di partenza da quando hai la palla, ma dopo io penso che non eravamo belli pronti ad accettare la intensità, aggressività dell'avversario, tanti palloni persi nelle zone dove non aspettavamo di perdere o dove abbiamo lavorato molto bene, che si è visto anche nelle qualche partita che abbiamo giocato nel pre-season. Purtroppo oggi ci è capitato di fare errori e io insisterò perché lo so che possiamo far bene. Ну, как и любой процесс, начинать, естественно, непросто. И непросто дается поражение в первом матче, но тем не менее я не сдаюсь и ни в коем случае не сдамся, потому что я уверен в том, что это может работать и это будет работать. Что касается ротации, да, ну, различные в зависимости от фазы игры тоже могут быть определенные изменения. Но сегодня, как я уже говорил, команда не смогла найти ответ на интенсивность и на агрессивность, с которой подошел соперник. Были множество было потерь совершенно ненужных, которые мы не должны были делать, там, где мы не ожидали. То, над чем мы работали, сегодня тоже не получалось. И в предсезонных матчах было видно, что таких ошибок не было. Да, сегодня они случились, но еще раз повторю, что мы исправим их. Еще краткий вопрос, Майк. Давай заключим. Да, в конце, правильно я понял, была схема 4-4-2 с ромбом в середине. Все капитулярно. Alla fine sì, sì, sì. Sì, alla fine sì, Rombo, ho messo tutti i giocatori offensivi, siamo riusciti a creare un po' di pericolo, ma non abbastanza. Sì, alla fine ho provato anche con il Rombo. Да, ну да, действительно, это был ромб. Я выпустил всех атакующих полузащитников. Что-то нам удалось создать, но этого было недостаточно. Да, ну это был, попробовали ромб. Коллеги, еще есть? Спасибо большое.